Всем привет! Вы на канале VSD, и в этом видео я расскажу все о новом обновлении в Black Russia. Поехали! Ну а перед тем, как начать, хотел бы вас попросить поставить лайк и подписаться на канал. Для вас это не трудно, а для меня это большая мотивация для создания новых роликов. В этом видео я хочу уместить все, что я собрал за все это время, в одном видео, чтобы вы не переходили на какие-то другие видео. Ну и в основном я хочу рассказать про подземную парковку в Black Russia. Ну и про военную базу, так как все остальное, скорее всего, вы уже видели на других каналах. Ну и начну я со смартфонов на Black Russia, которые добавят в этом обновлении. Первое, что здесь есть, это Play Market. На них, в нем можно скачать мини-игры, которые здесь тоже есть. Банк, это такой же банк, только в твоем телефоне, ну, например, как Сбербанк или Тинькофф Банк. Ну, онлайн-приложение, в котором вы сможете оплатить квартиру, оплатить штрафы, забрать деньги, положить деньги. Дальше мы идем к карте, это GPS, настройки — это настройки вашего профиля, задание — это ежедневное задание, покупки — я не понял, что это, и кейсы — это кейсы, которые вы открываете за 50 рублей. Дальше сообщения, телефон и контакты. Контакты очень полезные, вы сможете записывать номера друзей или каких-нибудь знакомых. Здесь представлены три телефона: Samsung, iPhone и Xiaomi. Ну а это как выглядит банк. Здесь есть основной счет, на котором видно все деньги, которые положены на вашем счете. Безналичный перевод, оплата имущества, оплата штрафа, пополнение баланса телефона. Но положить и снять деньги нельзя, это я ошибся. Одна из самых новых информаций — это информация о военной базе. Ее обновили, добавили здесь новый пропускной пункт. Также добавили парковую зону посередине, там танк, но я не буду приближать. Там памятник танка Т-34 и, я так понял, клумбами сделан компас. Дальше справа место для тренировок, ну и дальше какие-то здания, так как я ни разу на самой военной базе не был, поэтому подробно я вам рассказать не смогу. Ну, увидите, когда выйдет обновление. Следующее — это новая машина, которую добавят в игру. Лада Веста. Это очень популярная машина. Скорее всего, она добавится или в низкий, или в средний класс. Цену я не знаю, потому что цены здесь не такие, как в реальной жизни. Поэтому поехали дальше. Ну и последняя, самая свежая информация о этом обновлении — это подземная парковка. Разработчики написали под своим постом, что это... что подземный паркинг не в ближайшем обновлении на Black Russia. То есть это не подземный паркинг, скорее всего, это парковка полицейского участка, так как когда я смотрел обзор на GTA 5 Радмир, там была именно такая подземная парковка для полицейских. Но это лишь мое мнение, может быть, там будет что-то другое, но я думаю, что там будет именно парковка полицейского участка. Ну а если вы хотите узнавать всю информацию о обновлениях первыми, обязательно подписывайтесь на официальную группу Black Russia ВКонтакте. У них там уже более 150 тысяч подписчиков. Ну а на этом все. Как только появится новая информация о обновлении, я обязательно сниму вторую часть, но если, конечно, вам понравится эта часть... Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!